Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про клещей и собак. Период с ранней весны до поздней осени крайне опасный для всех собак. В это время активизируются иксодовые клещи. Они переносят на себе пироплазмоз – заболевание, которое может привести к летальному исходу у лающих. Как защитить своего питомца от этих паразитов? Что делать, если вы нашли клеща на теле животного? Давайте разбираться. Мы подготовили подробные ответы на самые популярные вопросы про клещей и собак. Чтобы защитить собаку от клещей, необходимо в период активности этих паразитов регулярно обрабатывать лающего друга специальными антиклещевыми средствами. Приобрести их можно в зоомагазине или ветеринарной клинике. Также важно после каждого выгула осматривать собаку на наличие клещей. Длинношерстные породы лучше вычесывать специальной щеткой. Симптомы укуса клеща обычно проявляются у собак в течение первых 3 недель. Животное становится вялым, отказывается от игр и еды. Также у лающего питомца может подняться температура и появиться одышка. Во многих случаях моча собаки темнеет до цвета чайной заварки. Если хотя бы часть этих симптомов вы наблюдаете у своего лающего друга, незамедлительно покажите его ветеринарному врачу. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Если вы обнаружили клеща на теле собаки, вам необходимо как можно скорее вытащить его из тела питомца. После паразита нужно доставить в лабораторию на анализ, чтобы определить, является ли он переносчиком инфекции. Собаку же лучше показать ветеринарному врачу. В клинике у питомца возьмут анализ крови и окажут первую медицинскую помощь. Вытаскивать клеща из тела собаки нужно максимально осторожно. Перед этим лучше надеть резиновые перчатки. На область вокруг ранки необходимо покапать растительное масло. Оно перекроет доступ кислорода, и клещ будет вынужден высунуть голову. Затем с помощью пинцета нужно попытаться вытащить клеща целиком, не раздавив его и не оставив в ранке его голову. Задев клеща пинцетом, надо аккуратно и медленно начать его поворачивать против часовой стрелки, как бы вывинчивая его из ранки. Если клеща не удалось извлечь целиком, необходимо попытаться вытащить пинцетом головку из ранки, но ни в коем случае не выдавливать ее. Итак, мы ответили на самые популярные вопросы про клещей и собак. Берегите своих лающих во время прогулок. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!